Мошенники идут в ногу с технологическим прогрессом, а вы рискуете кровными деньгами каждый раз, когда снимаете деньги с карты, делаете расчет в магазине или онлайн. Что уж там, потерять все деньги вы можете, просто ответив по телефону. Отучаете говорить по телефону, да, по крайней мере незнакомым людям. Вам могут позвонить и начать разговор с нейтральной фразы «Вы меня слышите?». Лучше всего будет не отвечать вообще ничего, а просто повесить трубку. Велика вероятность того, что это мошенник собирается записать ваш голос, говорящий именно «да», короткое выражение согласия, которое сейчас многие фирмы используют в качестве подтверждения покупок. Сегодня все больше компаний задумываются, как упростить потенциальным покупателям трату денег. Технологии так называемой голосовой подписи не требуют для завершения покупки ничего, кроме слова «да». Грубо говоря, сказав «да», вы будто нажимаете на кнопку «я принимаю условия в онлайн-магазине». Не надо в принципе брать трубку на вызов с незнакомого номера. Это может быть проверкой, используется ли сим-карта для последующей перепродажи номеров базы мошенников. Чтобы не пропустить важный звонок, можно поставить переадресацию незнакомых номеров на голосовую почту. Спасибо, что смотрели, ставьте лайки, подпишитесь на канал, оставляйте комментарии, друзья.